На сегодняшний день перечень проектов государственно-частного партнерства в здравоохранении вовлекает 103 проекта. Из них это 32 уже заключенных проекта, которые находятся на мониторинге, и 71 проект, по которым готовится документация по заключению контрактов. В том числе 2 проекта республиканского значения и 101 местного значения. Проекты предусматривают строительство и эксплуатацию врачебных амбулаторий, поликлиник, стационаров, оснащение медицинской техники и другие. На стадии подготовки находится 69 местных проектов, из них по 12 проектам ожидается заключение контрактов в текущем году. Кроме того, перспективным направлением государственно-частного партнерства является оснащение организаций здравоохранения медицинским оборудованием и медицинскими информационными системами. В связи с этим министерством проработан данный вопрос с ведущими производителями, крупными производителями медицинской техники, и возможные механизмы сотрудничества и алгоритмы реализации проектов проработаны и переданы в регионы.